Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Татьяна Новойчук. И я консультант по здоровому образу жизни компании «Цептер», а также руководитель направления «Кваномед» в России. «Кваномед» – это уникальная система умного и здорового сна, о которой я сегодня вам расскажу. Само название «Кваномед» подразумевает, что система связана с медициной. Эта система не только для сна, это система, которая лечит во время сна. Все люди разные по национальности, цвету кожи, вероисповеданию, но более 7,5 миллиардов людей объединяет общие жизненно важные потребности в воздухе, еде, свете, спорте и сне. Это 6 составляющих здоровой жизни человека. Компания «Цептер» активно работает во всех этих направлениях многие годы. И теперь компания «Цептер» решила проблему с некачественным сном. Благодаря нашим технологиям умного сна мы можем не только отдыхать, но и устранять проблемы со здоровьем. Сон – это дар природы. Без сна человек может прожить 3-4 дня. Сон является одной из основных биологических функций организма. Во сне наш организм исцеляется, восстанавливается. Человек проводит во сне в среднем треть своей жизни, примерно 25 лет. К сожалению, большую часть своей жизни, примерно 50 лет, многие люди ставят в приоритете маловажные для здоровья покупки. Нередко приобретают не самые нужные и дорогостоящие товары. Люди покупают вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которых они даже и не знают. Наверняка вы встречали людей, которые купили дачу, вложили в ремонт деньги и почти там не бывают. Или приобрели автомобиль, пользуются им крайне редко. Мало того, продолжают вкладывать в него деньги, оплачивают ТО и платную стоянку. Известная многим из нас проблема, когда полный шкаф одежды, но при этом нечего надеть. Мы гонимся за дорогими брендами, но спим 25 лет своей жизни на матрасах и подушках сомнительного качества. Фраза жизни: человек в молодости тратит здоровье на то, чтобы зарабатывать деньги, а в старости тратит деньги на то, чтобы выкупить здоровье. Но никому пока этого не удавалось сделать. Сегодня же мы будем говорить о том, что по-настоящему важно и чем вы будете пользоваться каждый день, не прилагая для этого дополнительных усилий. В современном мире уже существует культура питания, физическая культура. А культура сна отсутствовала. И, наконец, с 1953 года появилась наука о сне – сомнология. Она находится на стыке нейробиологии и медицины. Благодаря этой науке появилось огромное количество открытий о важности правильного сна в нашей жизни. Мы стали получать знания о культуре сна. Организм восстанавливается и строится только во время сна. В течение дня мы получаем с пищей витамины, микроэлементы, а также протеины, жиры, углеводы. А в течение ночи полученные элементы усваиваются организмом. Для здорового сна нам необходим мелатонин – один из важнейших гормонов человека. Он обеспечивает качественный сон, отвечает за работу иммунитета, снижает сахар и холестерин в крови, снижает сердечно-сосудистые заболевания и риск диабета. Его недостаток приводит к преждевременному старению и повышает на 50% риски возникновения рака молочной железы и простаты. Пик вырабатывания организмом мелатонина с 23 часов до 4 утра. Очень важно в эти часы спать глубоким сном в фазе глубокого сна. Глазное веко очень тонкое. Даже если глаза закрыты, мозг получает информацию об освещенности помещения. Если в спальне светло, мелатонин не вырабатывается в полном объеме. Врачи рекомендуют спать в темной комнате с закрытыми плотными шторами и с выключенными ночными приборами. Или специальные повязки для сна. Последствия хронической бессонницы. Последствия хронической бессонницы ужасают. Результаты 153 исследований с участием более 5 миллионов человек четко указали на связь недостатка сна с рядом заболеваний: сердечно-сосудистой системой, высокое давление и инсульты, развитие онкологических заболеваний, снижение либидо и потенции, снижение работоспособности и увеличение риска несчастных случаев,
снижение слуха, зрения, повышение тревожности, нарушение обмена веществ и развитие диабета, быстрый набор веса и ожирения, нарушение памяти, ухудшение всего вида и так далее. При недостаточном сне снижается эффективность вакцин, недосыпание разрушительным образом сказывается на иммунитете, делая нас уязвимыми для инфекций. Качественный сон – это чудо регенерации. Полноценный сон для нашего здоровья и красоты равносилен кнопке нажатию перезапуска в оборудовании. В эти золотые часы сна восстанавливают клетки, регулируют уровень гормонов, укрепляют иммунную систему, защищают от стрессов, нормализуют обмен веществ, влияют на красоту и долголетие, улучшают работоспособность и внимание. А как мы спим в реальности? До и во время СССР диваны и кровати изготавливались из натурального дерева. Они передавались по наследству, от поколения к поколению. Один и тот же диван десятилетиями принимал активное участие в появлении новых поколений в семье. Хотя сами матрасы были давно уже непригодны для сна. Но времена изменились, появились новые товары для сна. Промышленный стандарт эксплуатации матрасов составляет 8 лет. По факту матрасы могут отслужить свое уже через 5 лет. А сколько лет вашему матрасу? Сегодня на рынке представлены разные варианты матрасов. Пружинный, поролоновый, хлопковое искусственное волокно, пенополиуретан, кокосовое волокно. Недолговечность, но самая главная опасность многих из этих изделий не дает нам и шанса для здорового, комфортного сна. Рассмотрим, какими бывают латесные матрасы. На мировом рынке существует три вида латесных матрасов. Первый – синтетический латексный поролон. Не имеет отношения к натуральному матрасу. Никакого абсолютно. Продукт химической промышленности. Основа – вспененный полиэфир и изоцианид. Срок эксплуатации – 5 лет. Пахнет химией. По цвету белый. Плотность до 20 кг на метр кубический. Отличается от натурального латекса, как искусственная елка от живой. Второй тип – это смесь или микс. Максимум 20% натурального латекса и 80% синтетического. Цвет белый, приятный запах, парфюмерии, которая скрывает химический запах. На ощупь сухой и шершавый, воду впитывает, как губка. Со временем становится грязно-желтым, более хрупким, легко ломается. Срок службы значительно меньше, чем у натурального. Он значительно дешевле в производстве, но при этом имеет мало общего с натуральным латексом. Плотность до 40 кг на метр кубический максимум. Если в стакан, например, с чистой водой добавить 80% моющего средства, вы будете пить такую воду? Третий тип – 100% натуральный латексный матрас. Пена из сока дерева гивеи имеет легкий желтоватый оттенок, приятный запах выпечки или сухого молока. На ощупь он жирный, но не оставляет следов. Неохотно впитывает воду, самый долговечный из всех латексных матрасов. Плотность 72-80 кг на метр кубический. Чем выше плотность, тем лучше матрас и лучше качество. И еще одна опасность товаров для сна – токсичные материалы. Например, подушка и матрасы из пенополиуретана с эффектом памяти. В них содержится огромное количество опасных летучих химикатов, которые увеличивают риски развития онкологии, бесплодия, астмы, аллергии. Обычный матрас является источником заражения. За один год на матрасе заводится примерно 750 тысяч пылевых клещей, каждый из которых производит около 2000 фекальных частиц за сутки. За 8 лет выделяется более 3 бассейнов, почти 800 литров пота. За 10 лет в матрасе накапливается 14 килограммов кожных чешуек. Возможно, размножение плесени и бактерий. Задайте себе вопрос, на чем вы спите, с кем вы спите и зачем вообще вы с ними спите. Большинство матрасов и подушек имеют конструктивные несовершенства, вызывающие напряжение в теле во время сна. Слишком мягкие или слишком жесткие матрасы могут отрицательно повлиять на состояние вашего позвоночника и здоровье, и продолжительность жизни.
Позвоночник – это основа тела, которая имеет проекции практически на все внутренние органы, функция которых зависит от правильного положения позвоночника. И не случайно позвоночник называют столбом жизни. Он оказывает огромное влияние на здоровье всех органов человека. От позвоночника отходят нервы, по которым головной мозг руководит работой внутренних органов и получает от них обратную связь. Если в позвонке есть нарушения, то нервы, которые идут к внутренним органам, могут передавать некорректную информацию, и орган будет страдать. Например, если есть защемление в 7-го позвонка грудного отдела, то страдает поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка. В итоге диабет, язвы, расстройства пищеварения и стула. Такие заболевания, как остеохондроз, сколиоз, нарушение осанки, смещение позвонков и так далее, могут вызывать головные боли, боль в желудке, боль желудка сердца и ряд других серьезных заболеваний. Благодаря современной медицине мы понимаем важность того, чтобы наши дети или внуки с детства спали на правильных подушках и матрасах. Заболевания опорно-двигательного аппарата – это эпидемия современности. По официальным данным Современной организации здравоохранения, ими страдают 80% населения. Большинство людей с этими заболеваниями – это люди трудоспособного возраста от 30 до 50 лет. Данное заболевание является одной из самых частых причин выдачи больничных. Так где найти решение? Решение найдено. Кваномед – умная система для здорового сна от Цептер. Была разработана, чтобы обеспечить идеальный здоровый сон и устранять очень многие симптомы и проблемы со здоровьем. Умная система расслабляет, восстанавливает, лечит, идеально подходит всем тем, кто желает для себя лучшего и не собирается идти на компромисс в отношении здоровья и качества. Умная система Кваномед состоит из двух уникальных систем. Первая система – это основа матраса, изготовленного из 100% натурального латекса. Матрас имеет 7 зон BRS, система поддержки тела человека, а также систему TAF, Therapy Airflow, которая обеспечивает естественную вентиляцию матраса. Это необходимо для здорового и спокойного сна, максимально комфортного. Вторая система – это наматрасник, включающий в себя уникальный лечебный текстиль экстракуана. В его создании используется несколько технологий, которые позволили сертифицировать его Виталии как продукт медицинского назначения. Это технологии антибакт, антистат и гиперокси, о которых я расскажу чуть позже. Сначала о том, что Кваномед изготовлен из натурального латекса, высочайшего качества, из всех материалов для изготовления матрасов, а это самый качественный, самый дорогой и самый редкий. Его получают из каучукового молочка безопасным для природы способом, примерно как береза дает березовый сок. Каучуковое молоко получают путем отрезания коры дерева гивея бразильская, известное как каучуковое дерево, которое живет около 40 лет. Одно дерево без вреда для себя и природы дает за сутки 200 грамм сока. Одна неделя ежедневного сбора урожая с 30 каучуковых деревьев дает достаточно латекса всего для одной подушки. На один матрас требуется сок 2500 каучуковых деревьев. Далее молочко перерабатывается в латекс. Каучуковому молочку задается необходимая плотность, которая достигается вспениванием с помощью специального устройства. Затем его разливают в специальные формы, которые нагревают в специальных камерах. В этот момент происходит схватывание. Латекс отвердевает, сохраняя воздушную пористую структуру. После этого изделие промывают. У матрасов Кваномед есть 7 зон BRS. Это система для поддержки восстановления организма. Конструкция формы, куда заливается латекс для изготовления матрасов, имеет свои зоны. Более жесткая – в области поясницы, более мягкая – под головой и ногами. Таким образом, Кваномед обеспечивает разгрузку позвоночника и обеспечивает оптимальное распределение массы тела во время сна. Матрас подстраивается под ваше тело. Вы спите, как на облаке. В результате улучшается кровообращение, отсутствуют боли в теле и в отделах позвоночника. Организм восстанавливается. Характеристики латексного матраса: естественная эластичность и упругость, высокая прочность, долговечность, соответствие контурам вашего тела, обеспечение отличной поддержки,
хорошее распределение давления, для эффективного обезболивания, дышащей, для хорошего регулирования температуры, снижает количество переживаний. Миллионы мельчайших частиц воздушных пузырьков создаются в процессе вулканизации латекса. Во время сна, когда человек поворачивается, теплый воздух, нагретый телом, выжимается, а матрас наполняется свежим. Специальная конструкция латексной пластины имеет множество маленьких отверстий. Благодаря им также усиливается циркуляция воздуха. Это система TAP – Therapy Air Flow. Система Quanamed TAP делает наши матрасы в 7 раз более дышащими по сравнению с другими матрасами. Это способствует непрерывному естественному потоку свежего воздуха и охлаждает температуру вашей постели на несколько градусов. Это помогает вам быстрее заснуть и позволяет вам спать дольше и глубже. Это то, что мы называем умной системой. В итоге свежая и удобная поверхность для сна, идеальная циркуляция воздуха, идеальная температура тела, идеальная влажность кожи. Перейдем к следующим технологиям, которые используются в умных наматрасниках. Quanamed. Первый из них – антибакт, которая придает ткани антибактериальные свойства. Чтобы снизить риск таких заболеваний, как сыпь, астма, дерматит и так далее, мы используем специальную натуральную обработку во время текстильного и отделочного процесса, чтобы гарантировать защиту тканей от бактерий. Называется технологией антибакт. Антибакт уменьшает случаи аллергии, приступы астмы, кожных инфекций и инфекций мочевыводящих путей, пазух, глаз и других органов. Отличный союзник в борьбе с заложенным носом, удушьем, кашлем, чиханием, раздражением глаз и кожи. Помогает организму противостоять бактериям, полевым клещам, аллергенам, вирусам. Клинически протестировано с доказанным преимуществом. Вторая проблема, которую нам удалось решить, это статическое электричество. Сон и статическое электричество. Во время дня и ночи тело человека наполняется статическим электричеством. Во время сна мы становимся нервными, возбужденными и напряженными. Высокое статическое электричество в организме стимулирует выработку кортизола, гормона стресса. Он может вызвать бессонницу и нарушение сна. Quanamed включает в лечебный текстиль очень тонкие углеродные волокна. Эти волокна углерода собирают во сне и выводят статическое напряжение из тела в окружающую среду, освобождая человека от вредного статического электричества. Когда статическое электричество уменьшается, тело расслабляется, уровень кортизола снижается, а качество сна улучшается. После чего сон будет глубоким и расслабляющим. Quanamed Antistat – технология, с которой вы попрощаетесь со статическим электричеством. Сон снижает нервозность и раздражительность, улучшает внимание и память, улучшает иммунитет, гормональный статус, нормализует давление и уровень сахара в крови. А теперь перейдем к третьей технологии – гипероксия. Каждый человек изучает инфракрасные волны, которые мы воспринимаем как свое собственное тепло. Биомолекулы, составляющие технологию гипероксия, обладают способностью отражать и усиливать инфракрасные волны, создаваемые человеком, подобно зеркалу. Размер каждого минерала меньше 1 микрона, то есть в 100 раз меньше, тоньше человеческого волоса. Миллионы этих минералов внедряются в сердцевину каждого волокна. Естественная энергия человека собирается этими волокнами, обрабатывается с помощью минералов и возвращается в организм. Технология гипероксия повышает уровень кислорода в крови, действуя по аналогии с революционной технологией биоптрон. Внедренные специальные волокна, 13 термоактивных минералов, естественным образом накапливают и отражают энергию, которая повышает уровень кислорода, улучшает микроциркуляцию, стимулирует выработку кровяных клеток, стимулирует рост клеток. Гипероксий – очень активная технология, которая не теряет своей эффективности даже под слоем ткани. Ее функции не меняются с годами и не исчезают на протяжении всего срока службы изделия. И вот все эти решения позволили создать линию продукции Quanamed, в
которой каждый найдет решение для себя. Начнем с латексных матрасов. Макс Куана. Цептер с гордостью представляет. Коллекция матрасов Макс Куана. Наша основа. Со строго контролируемых экологически чистых плантациях каучука высокого качества. 100% натуральный латекс для оптимальной вентиляции и идеального восстановления сил всего тела. Со специальными технологиями BRS поддержки восстановления тела и TAF Therapy Air Flow. Наше покрытие – ткань ручной работы наивысшего качества из кашемира с серебряной технологией. Тысячи серебряных нитей для превосходной антибактериальной защиты. Ткань из лучших волокон кашемира для идеального комфорта и роскоши. Наше лицо и тело во время сна касаются превосходного натурального материала. Сон здоровый. Коллекция Макс Куана. Итак, матрасы Макс Куана. В ассортименте модели Макс Куана есть 7 матрасов разных размеров средней жесткости и 7 матрасов жестких. Для человека с массой тела до 70 кг целесообразно выбрать среднюю жесткость. Для человека с весом выше 100 кг целесообразно выбрать жесткий матрас. В матрасах Макс Куана нет лечебной стороны экстракуана и охлаждающей стороны кул. Но клиенты имеют возможность дополнить этот матрас лечебным наматрасиком экстракуана, о котором я расскажу вам чуть позже, и в который входят все технологии антибакт, антистат и гиперокси. Премиальное решение от Кваномед – это латексные матрасы субквана с лечебными чехлами экстракуана. Это матрасы средней жесткости, доступные в двух размерах – односпальные и двухспальные. Матрасы субквана имеют две стороны. Первая сторона – это экстракуана, это лечебная сторона, включает в себя все технологии антибакт, антистат и гиперокси. Вторая сторона – охлаждающая, кул. Эта охлаждающая сторона более комфортна для сна в жарком помещении в летнее время. А для детей мы предлагаем детские латексные матрасы Baby Quana. При движении наши латексные матрасы не издают шороха и шума. Малышу на них будет очень комфортно спать. Если у вас есть уже хороший матрас, то подходящим решением, чтобы сделать ваш сон хорошим и качественным, будет покупка тонких наматрасников. Их сердечник изготовлен из натурального латекса, а чехлы имеют стороны кул и экстракуана. Они имеют среднюю жесткость, и мы можем предложить зиникуана. Итак, зиникуана – двухспальные наматрасники с латексным ядром, с лечебными чехлами экстракуана и стороной охлаждающей кул. Средняя жесткость таких матрасов – 72 кг на метр кубический. Также в ассортименте у нас есть односпальные наматрасники с латексным ядром топ-куана, с лечебными чехлами экстракуана и стороной охлаждающей кул. Средняя жесткость – 72 кг на метр кубический. Экстракуана – односпальный наматрасник с лечебным эффектом. Медицинский текстиль экстракуана доступен и отдельно в виде тонкого наматрасника, который крепится лентами к основному матрасу. Экстракуана обладает всеми тремя технологиями антибакт, антистат, гиперокси. Для здорового сна нам важен не только правильный матрас, но и правильная подушка. Во время сна на неправильной подушке нарушается спинномозговой отток жидкости или венозный отток из полости черепа. Если сосуды и вены идеальные, как у ребенка, то организм справится. Но если есть уже проблема с сосудами, повышенное артериальное давление или уже есть атеросклероз сосудов головного мозга, то неправильное положение головы вызывает плохое кровоснабжение мозга, ишемию мозговой ткани и может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Подушки рекомендуется менять каждые 1-2 года. Срок службы натурального латекса в разы больше. Мы ежедневно избавляемся от чешуек кожи и волос. И наше тело выделяет жидкость, которую впитывает наша подушка. Материалы низкого качества быстро приобретают неприятный вид, запах и так способствуют росту бактерий, вызывающих проблемы с кожей, дыхательными путями. В наших подушках накапливается пот, кожные чешуйки. Это привлекает полевых бактерий, клещей
и вирусов. Они вызывают астму, обостряют кожные заболевания, такие как экзема. Большинство традиционных подушек изготавливается из натуральных или синтетических материалов. Пух, холофайбер, перо, шерсть, синтепон и другое. Такой дополнитель быстро скатывается, и подушка теряет форму. Они не гарантируют особой поддержки головы, шеи и шейного позвонка. Могут стать причиной аллергии, кожных проблем. Возникает вопрос, какую подушку выбрать? Ответ найден. Специалисты разработчиками идеальных подушек для идеального сна. Подушки Кваномед от Цептер. Были разработаны два вида подушек. Допио с лечебной стороной, экстракуана и охлаждающей стороной кол. И эргокуана с лечебной стороной экстракуана. Основой или сердечником этих подушек служит 100% натуральный латекс с системой TAF – Therapy Air Flow. На каждой из подушек имеется два слоя на молниях. Это все умный текстиль экстракуана. Состоит из антибакт – амикор и гипероксе – полибиомолекулы. Технология антибакт достигается с помощью специальных волокон амикор. Это клинически проверенное современное волокно, создано для предотвращения аллергии и обеспечения здорового сна. Технология гипероксе достигается с помощью всех тех же биомолекул, внедренных в волокна текстиля. Эти два слоя напоминают наволочки, но они дополняют и усиливают лечебный эффект друг друга. Как же выбрать ту подушку, которая вам подойдет? Допио удобно тем, кому важна возможность в жаркое время спать на прохладной стороне, а также тем, кто больше привык к классической форме подушки. Она идет в виде бруска. Эргокуана очень удобна для людей, привыкших спать на боку. Она максимально адаптируется к контурам головы и шеи, обеспечивая спокойный, комфортный сон и подходит для людей с частой головной болью или со скованностью в шейном отделе. Форма каждой подушки изготовлена вручную. Собственный дизайн. Заполнение формы, заполнение подушки, процесс вулканизации, промывка, сушка, контроль качества. И еще буквально несколько слов о том, как ухаживать за изделиями Кваномед. Натуральный латекс прочный и долговечный, но его нужно беречь от прямых солнечных лучей, промерзания, огня и горячих поверхностей. Один раз в 3-4 месяца нужно переворачивать матрас. Мы рекомендуем использовать вентилируемые основания кровати, например, деревянную решетчатую основу. Натуральный латекс не боится воды, но при намокании требует тщательного просушивания. При уходе за наматрасниками и наволочками следуйте инструкциям на этикетках. Для покрытия экстракуана, субквана, зиниквана, топ-квана, бэби-квана, обеих наволочек, а также на матрасников экстракуана подходит только химчистка. Покрытие матрасов максквана можно стирать в стиральной машинке при температуре не выше 30 градусов. И еще от компании Цептер приятный бонус. Мы доставим любую продукцию Кваномед до двери бесплатно. Продукция Кваномед сделана в Италии. По особым передовым технологиям. Качество и процесс производства всех товаров данной продукции сертифицированы по международным стандартам. Это гипоаллергенный материал, безопасный даже для детской кожи, устойчивый к плесени и аллергенам, долговечный и устойчивый к старению. Лечебные свойства технологии покрытия экстракуана были клинически протестированы и научно доказаны многими авторитетными учреждениями в Европе. Мы сотрудничаем с 5 клиниками, которые провели исследования и получили потрясающие результаты. У нас есть официальные документы аккредитованных немецких врачей в Польше, Германии и Австрии, а также в 3 университетах и 3 институтах, которые представили данные на медицинской конференции в Баден-Бадене в апреле прошлого года. Документ подтверждает заявленные свойства нашей продукции. В Италии продукция была протестирована в 5 различных институтах в двойных слепых исследованиях с участием сотен пациентов. Было официально доказано, что продукция помогает 100% пациентов
Вот почему она была включена в учебник для итальянских врачей как средство от боли. Итак, почему кванамед? Это 100% натуральный, экологичный и долговечный материал. Идеальное решение для комфортного, здорового сна на основе нескольких передовых технологий. Уникальный медицинский текстиль экстракуана для снятия боли и поддержания здоровья. Широкий выбор ассортимента, где каждый найдет решение для себя. Сертифицировано в европейское качество, произведено в Италии и, в конце концов, в качество Цептор. Я рассказала вам о том, как продукция Кванамед сделает ваш сон здоровым, крепким, приносящим силы. Инвестируйте в то, что точно будет использоваться каждый день, долгие годы. Спокойной вам ночи и здорового сна!